Итак, привет, ребят. Сегодня мы с вами посмотрим на стационарный пенный пост среднего давления. Значит, у нас за моей спиной насосная станция есть, да, которая нагнетает давление. Но не будем пока о ней. Пока поговорим про вот такую вот штучку. Это у нас штучка. Это у нас пенная станция среднего давления на одно химсредство. Такие мы делаем на различное давление, низкое, среднее, высокое, на различное количество химсредств, 1, 2, 3, механическое или пневмопереключение. Сейчас у нас представлено на одно средство среднее давление 15-20 бар с обычным механическим переключателем. Два режима – пена, смут. Тут у нас еще на дозации химии есть такой небольшой кран, который может закрыть или открыть, собственно, подачу химии. Шланг, катушка высокого давления, аксессуары, кранная пена, с помощью высоченного соединения меняем насадки пена с дезинфекцией. Здесь дезинфекции нет, так как средство у нас одно. Но есть другие насадочки на смыв и пену. Собственно, и поехали мыть. С вас 5000.